последние годы дипломатическое и экономическое сотрудничество Кыргызстана и Саудовской Аравии динамично развивается. Такую оценку дали представители делегации Королевства Саудовской Аравии в ходе 4-го заседания Кыргызско-Саудовского комитета по сотрудничеству в узком составе. Благодаря успешному сотрудничеству Кыргызстана с Саудовским фондом развития реализуется ряд важных проектов, которые способствуют экономическому росту обеих стран. Стороны обсудили возможность увеличения объемов торговли и инвестиций, а также реализации совместных проектов, направленных на улучшение жизненного уровня населения. В частности, акцент был сделан на развитии аграрного сектора, который является приоритетным. Мамлекет агросекторын туруктуу өсүшү үчүн шарттарды түзүүнүн, анын ичинде каржылоону, эл аралык өнөктөштүктөрдүн жана жеке инвесторлардын техникалык жана финансылык жардамын тартуунун үстүндө активдүү иш алып барууда. Было отмечено, что сельхозпродукция Кыргызстана пользуется большим спросом в Саудовской Аравии. Это мясо, бутилированная вода и мед. Сауд Аравия падышалыгында в рамках нашего сотрудничества мы реализуем грантовый проект совместно с Саудовским фондом развития, в рамках которого создана карантинная зона, оснащенная всем необходимым оборудованием. Для полной реализации этого проекта Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности просит рассмотреть вопрос дополнительного финансирования. В свою очередь, министр окружающей среды, сельского хозяйства и водных ресурсов Королевства Саудовской Аравии Абдурахман бин Абдульмахсин Аль-Фадли отметил огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и выразил готовность поддержки инициатив Кыргызстана и активного участия в проектах, которые способствуют развитию не только сельского хозяйства, но и энергетики. Говоря о перспективах этой отрасли, в Кыргызстане было отмечено, что благодаря природным и погодным условиям можно успешно реализовать проекты в области возобновляемых источников энергии. Мы отметили важность выработки электроэнергии посредством энергии солнца и ветра. Здесь также можно построить малый ГЭС. Думаю, они получили полную и всю необходимую информацию. Теперь они намерены направить к нам своих специалистов в области энергетики для детального изучения проектов, которые мы предложили. Особо была отмечена готовность одной из компаний Саудовской Аравии выделить денежные средства в размере 1 миллиарда долларов на развитие энергосектора страны. Я предложил и участвовать в финансировании Камбаратинских КГС-1. Есть очень большая компания с государственной долей Саудовской Аравии, Aqua Power. Когда я, будучи был в Эр-Рияде, встречался с ними, они готовы вкладывать больше миллиарда долларов, но они попросили, чтобы наши госорганы, соответствующие Министерство энергетики наш, подписали какой-то меморандум или соглашение. То есть этот меморандум на сегодняшний день, можно сказать, почти готов, и в ближайшее время мы этот документ подпишем. По итогам заседания был подписан протокол. Адылбек Касымалиев предложил создать рабочие группы для более детального изучения возможностей сотрудничества и реализации намеченных планов. Также министр окружающей среды, сельского хозяйства и водных ресурсов Королевства Саудовской Аравии вручили почетную грамоту Кабинета министров Кыргызстана. Кундуз Кадатаева, Бекжан Токтосунов, Улат-24.